Всем привет! Суббота, выходной. Решила съездить на пляж Буревестник, Анапа. Посмотрим, что за погода, какие волны, что нам морешка сегодня покажет. Вот мы приехали. Ветер сильный. Сейчас пока затишье, ближе к морю. Там ветер побольше сейчас будет. Возможно, не будет возможности разговаривать. Ну, я просто поснимаю. Пляжи закрыты, соответственно. Песок, все перекосилось ветрами. Очень классно погуляла. Ой, воздух неописуемый, передать невозможно, конечно. Но прикольно. Шум моря, песочек. А вот это гостиница «Луна» называется. Я около нее припарковалась. Всем хорошего настроения. Пока-пока.